предусмотрели средства на закупку нового оборудования и ремонта основных фондов, которыми сегодня обладает военно-медицинская академия. Проще говоря, мы будем продолжать улучшать материально-техническое состояние и очень надеемся на то, что у нас здесь в ближайшие годы удастся выйти на самый высокий уровень медицинского обслуживания и военнослужащих, и, безусловно, ветеранов. Также Сергей Шойгу заявил, что систему военного образования ждет масштаб.